Всем привет, друзья, с вами Федя, и добро пожаловать на мой 60-й выпуск под названием «Ночная сова». Сегодня мы с вами поговорим о сегодняшнем дне. Вот сегодня Вика пришла меня разбудить, но я еще спал. Вот. Потом папа пришел, и бабушка говорит, что у меня кончились капли. Но они реально кончились. Потом папа мне не поверил. Сказал, что там есть капли. Вот. Потом бабушка меня спросила про капли. Вот. И я ответил то же самое, что у меня нет каплей. Вот. Потом мне папа показал. Но он стал нажимать, почему-то капли выскакивали. Вот. Ну и, в общем, потом все было нормально. Помылся, позавтракал и стал отдыхать. Вот. Подыхали. Папа с Викой ушли, наверное, в магазин. Вот. Купили там всего. Вот. А потом бабушка мне сказала, чтобы я ждал звонка. Ну, как, ну, типа, когда папа позвонит, то нам надо собираться. А там, куда мы пошли, вы узнаете позже. Вот. Ну, я так и сделал. Потом мы пообедали, я послушал звонок, вот, и позвонили они. Потом мне сказал бабушке, чтобы она взяла трубку, она пошла и взяла ее. Вот, ну и в общем мы стали собираться, потому что папа нам сказал собираться. Вот. Мы вовремя собрались. Раз Вика с папой пришли, и мы поехали в центр Москвы, на Красную площадь. Ой, как там было ужасно. Хотя и недолго мы там гуляли, но я там очень устал. Даже ноги все замерзли. Вот. Потом мы там на карусельках покатались. Я вообще не хотел туда, но пришлось. Вот. Потом мы пошли там везде пофотографировались. Вот. Везде мы там пофотографировались. Но я устал и хотел уже домой греться. Ну и в общем мы там постояли немного, ждали, пока папа с Викой придут. Они там что-то с деньгами пошли делать. Вот. Они пришли, и мы поехали. Вот, а по дороге я уснул. Встал, потому что. Вот. Ну а мы потом приехали. Сразу в ванну с пеной, чтобы погреться. Потому что у меня все замерзло. И руки, и ноги, и нос, и щеки, наверное. Все замерзло. Хотя и оделся так потеплее. Вот, приехали. Я в теплой ванне полежал, погрелся, начал отдыхать. Потом мы поужинали с бабкой. Вот, и мы
Я пошел в свою комнату. Смотреть мультяшники. Вот. Потом мы... Везде все было нормально. Опять котлетки. Потому что папа с Викой в субботу же не ходили в магазин, не купили. Ну, в общем, как бы вот так вот. Папа купил там клубничку мне. Я ее все съел. Вот, ну а после этого уже спать было пора. Ой, завтра в школу. Ой, ну и в общем все. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, если хотите еще начать с вами. Всем пока.